Всем большой привет! Сегодня очень большая у меня посылочка с сайта AliExpress, и, вернее, с Tmall магазина, который по России. Этот сын заказал себе ноутбук. Мы очень боимся сейчас открывать эту посылочку. Будем вместе с вами, чтобы, если что, можно было предъявить доказательства. Страшно, заказали на свой страх и риск. Ой, господи. Всю дорогу сын шел и боялся, что там что-то не то. Болтается, говорит, все по коробку. Ну вот сейчас мы с вами и посмотрим. Ой, тут еще открыть проблема. Чтобы ничего не порезать. Так. Так. Бумажки. Так, это вот такая заявление на возврат, если что. Так, убираем все лишнее. Вот он сам, собственно, коробочек. Это мы убираем. Так, ноутбук Asus. Где он тут открывается? Вот, смотрите, все запечатано пока. Переверни к себе. Открываем аккуратно. Как тут, где тут? Снимай нормально. К себе поверни. Куда? Так, значит, что тут у нас? Ой, тут еще достать проблема. Так. Все валится у меня, конечно. Но это вот такие вставочки по бокам, чтобы он не разбился. Установочный диск, я так понимаю, наверное. Так, что тут дальше? Инструкции. Так, вот, наверное, сама инструкция. Мануальчик вот такой. Гарантийный срок. Все вроде по-русски написано. Это, конечно, хорошо. Так, ну я пролистну, а вы, если надо, остановите видео и посмотрите ближе. Так, и еще тут какая-то гарантия, наверное, гарантийная. Так, достаем сам ноутбук. Лишнее все убираем. Вот такой красивый. Так. Ой. О, поглядите, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Какой он красивый. Так, ну на первый взгляд вроде нигде ничего не сломано, не разбито. Все хорошо. Вот такая красивая у него окантовочка тут металлическая по бокам. Смотрим, что тут у нас. Дисковода нету. Дисковода нету. Это три USB. Или два. Не помню. Два USB. Третий какой-то. Так, два. Ну что, выключай пока. Сейчас Юра будет включать. Запускать. Угу. Что еще есть тут в комплекте? Забыла показать. Что тут зарядное устройство вот такое. Блочок сразу идет с розеточкой, с вилкой. Вот такой переходничок. Все, европейская вилочка, все хорошо. Так, ну, наверное, надо его сначала зарядить, а тогда включать. Он сейчас вроде как пока не включается. Так, ну вот мы его включили. Он абсолютно пустой, в нем пока нету. FreeDOS написана программа. Установочный диск есть, но дело в том, что нет дисковода. Надо искать дисковод. Раскладка русская есть. Мы очень переживали, что нету. Вот клавиатура, все хорошо. Красивый очень такой ноутбук. И недорогой. Доставка всего неделя. Очень быстро.
Вот, в описании потом постепенно проверим, сын уже все установит, когда сделает, разберется. Я тогда напишу в комментариях, что там еще, какие, может, будут у вас вопросы. Вот ближе покажу, что тут у нас. Невероятно реалистичный звук написано. Так, что еще мы посмотрим? Ну, давайте еще раз инструкцию посмотрим. Длительный срок. Так, здесь сама инструкция. Вот от него. Руководство Скажи. Пользователя. Порты ввода. Все. Так, ну, короче, пока ничего больше сказать не могу. Ноутбук пришел в целости и сохранности. Проверить мы сейчас пока не можем, пока не установим программу. А тогда, может быть, я досниму еще видео, когда мы его уже установим, и покажу, что внутри в нем. Подожди, вот сейчас снимаю. Включаем ноутбук. 3 дня прошло, как мы установили программу. Сейчас запускается Windows 10. Диск, который шел в наборе с этим ноутбуком, оказывается, это не Windows 10, это просто там что-то программное, короче, для самого ноутбука. Мы отвезли ноутбук мастеру, он все сделал, установил нам программу 10, Windows 10. Ребенок играет уже 2 или 3 дня. Доволен, счастлив, говорит, все хорошо, игры летают. Вот, смотрите, включи какую-нибудь игру. Вот сейчас сын запускает игру. Сейчас меню. Запускается игра. Между прочим, в этом ноутбуке установлена специальная защита для глаз и антибликовая поверхность экрана. Это очень хорошо. Вот сын раньше играл в другом ноутбуке, говорит, что глаза уставали, напряжение какое-то было. А в этом, говорит, вообще классно, говорит, глазам. И написано у продавца, что там реалистичный звук. И всякие там навороты, короче, новые. Но я считаю, за 14 тысяч это вообще круто. Сыну очень нравится. Он просто счастлив. Немного поиграем с вами в игры. Но повторюсь, что это не игровой ноутбук. Это обычный, он как считается, бюджетный. Но просто сын любит играть в игры, поэтому вот установил. И намного, говорит, лучше, чем в старом ноутбуке у него был. Aero Patriot название. Ну, вот сидит, играет. Природа. Вот я специально попросила сына включить какое-нибудь видео с природой. Ну, что-нибудь нажми там какую-нибудь, не знаю, пролистай вниз. Ну, просто передать краски экрана, как оно показывает. Ландшафты, природа мира. Посмотрим видео про слонов. Ну, конечно, что-то покрасочнее надо. Вот что нам показывает, то мы и смотрим. Ну, вот видите, какой экран. Это вот, вот этот вот свет, это от телефона лампочка. Вот так вот сделаю, чтобы лучше было вам видно. Сделай, Юр, громче звук. Вот такое видео. Ну, короче, вы
поняли, краски очень хорошо передает, не бликует экран, вообще отлично, мне даже нравится, я вот стою, смотрю, ничего не отражается, никаких, прям вообще классно. Все, заканчиваю видео, больше мы ничего показать вам не можем, все отлично, сын доволен. Юра, ты доволен? Да. Ну и все, ребенок доволен, что еще нужно. Пройдет какое-то время, мы тогда посмотрим, как он будет работать. Если интересно, в комментариях напишу. Все, всем пока.